Легенды рассказывают об отряде благородных воинов, поклявшихся карать зло и защищать королевство. По велению судьбы скрываются они в туманах Гахула, невидимые для всех, кроме тех, кто верит. Хватит! Кончай пудрить мозги! Это же мой любимый момент! Ты простофиля, Сорен. В голове у тебя одни сказки да мечты. Мечтать не запрещается. Воины, настал тот час, когда мы захватим королевство сов. Они задумали что-то ужасное. И ты отправишься в далекий путь, чтобы разыскать стражей. Так они существуют? О, еще как существуют. Что теперь, Сорен? Мы разыщем стражей Гахула. Вы проделали длинный путь, защищая друг друга. Пролетите, насколько хватит силы, все равно будете лишь на полпути. Что он сказал? Мы уже на полпути. Warner Brothers представляет. От создателей фильма «Делай ноги». Очень страшная зверюга пролетела. Выдыхай, малыш. Что им на самом деле нужно? Они собрали армию. Достаточно сильную, чтобы захватить все королевства сов. Скорее к стражам! Пытаясь поверить в легенду, он сам станет ее частью. Ты тоже можешь стать великим стражем. За мной! Взять их! Засада! Ага, не ожидал! Сорен! Идем, Сорен, мы еще не закончили. Манящий дух приключений знаком каждому, кто впервые прилетает к великому Требу. Ночные стражи. Тук-тук. Кто там? Совы. Какие именно? Вот именно, какие? Не дай бог я еще раз услышу эту бессмысленную трескотню. Я же псих. В кинотеатрах встретимся.